Всем привет! Меня зовут Андрей Ломтев, я являюсь основателем и генеральным директором Пуфуан-Сити школы скиллбокса. Однажды скиллбокс онлайн предложил построить совместную сеть в офлайне, и мы этим занимаемся. Сложности были на пути в том, что однажды нужна была автоматизация бизнеса, да, где чтобы общались с партнерами, у нас большое количество партнеров, чтобы общались с клиентами, чтобы мы могли все это учитывать. И краски пришла к нам на помощь система Bittrex, которая в этом нам помогает. Во-первых, мы можем посчитать заявки по ETL-меткам. То есть мы можем понимать, откуда заявки, да, и более эффективно с ними работать. Второе, заявки всех школ падают в Bittrex24 и разделены по школам. То есть у нас есть что школы, да, мы можем отделять там заявки Краснодара, заявки от Москвы. Легко посчитать количество заявок, пришедших за месяц или за неделю. То есть вести статистику и понимать, учитывать, как работает отдел маркетинга, чтобы можно было на это влиять эффективно. Автоматизировали рассылки через WhatsApp. Да, то есть, когда мы делаем отсылку клиенту, мы это делаем через Bittrex, не нужно заходить в телефон, экономим время сильно. Коммуникация с клиентом происходит только в карточке лида. Да, то есть мы полностью общаемся в карточке клиента, не исходим туда отдельно. Триггерные сообщения, то есть отправляем сообщения на этапах, автоматические сообщения клиенту. То есть переносим на этап сделки, приходит сообщение про сделку, смс-сообщение автоматом. Это удобно. Много полезных модулей для автоматизации бизнеса. 600 плюс разных отчетов, все что угодно может посмотреть, понять, это для аналитики очень удобно. Коммуникация с партнером через чаты, то есть мы с партнерами общаемся в чатах Bittrex, то есть это не отвлекает их от работы, потому что все фокусируется с командой, с партнерами в Bittrex. Постановка отслеживания задач. Ставятся задачи, и мы их отслеживаем через Bittrex. Мне как руководителю, как генеральному директору очень удобно. Я поставил задачу, я точно про нее не забуду, потому что там стоят сроки, ответственные и описание задачи, и что нужно для того, чтобы задачу завершить. Я считаю, что одно из главных и ключевых – это умение автоматизировать свой бизнес, потому что автоматизация – это деньги. И когда у нас есть CRM-система, мы можем учитывать клиентов, никого не терять, никогда не забывать. Это клиентский сервис, и плюс ко всему это удобство для команды менеджеров.